Формирование комфортной городской среды – один из основных вопросов повестки селекторного совещания. В реализации приоритетного проекта участвует более 40 муниципалитетов области. Благоустройство детских площадок, парков, зон отдыха, посадка деревьев. Работа в большинстве объектов только начинается. Переделали полностью проект, экспертизу, все на свете, потому что исключили потом все-таки дворики. Геннадий Викторович, а уважительные причины вообще есть? Есть территории, где состояние дел вызывает серьезные опасения. В 12 районах еще только готовятся провести торги. В Новотроицке и в Северном районе даже не разместили объявление о конкурсе. Мы должны не только установленные сроки завершить работу, но и выполнить их качественно. Необходимо взять под личный контроль выполнение всех мероприятий, принять исчерпывающие меры, направленные на безусловное выполнение принятых все обязательств по завершению благоустройства территории в установленный срок. Который раз говорю о личном контроле. Второй вопрос повестки дня не менее актуальный – сев озимых. В регионе все еще не засеянными остаются около 60% площадей. Такие темпы работы просто недопустимы, заявил губернатор. Задача на этот год поставлена – засеять 1 миллион гектаров. На сегодня она выполнена лишь наполовину. На заседании также обсудили новое постановление правительства страны. Оно касается благоустройства площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Ответственность ложится на муниципальные власти. Специальные контейнеры должны появиться во всех населенных пунктах, а также провести работу с населением по правилам их использования. Ольга Энгельс и Гербероев, Новости дня.